Мы на месте, незнакомка. Мы больше не незнакомцы, Искорка. Можешь звать меня Элси или Элизабет. Как больше нравится. Ладно, Элизабет. Но я предпочитаю, чтобы меня называли Призрак. Итак, какой план? Несмотря на все наши усилия, врата Вексов внутри по-прежнему открыты. Это все из-за Эрамис. Разрушив их, мы потеряем важный канал связи с Вексами. Но об этом будем переживать в другой раз. А сейчас нужно сделать все, чтобы остановить вторжение через портал. Принято. Мы этим займемся. И вот мы в очередной раз исправляем то, что натворил Кловис Брей. Уверена, где бы он ни был, он смеется над нами. Все, что здесь творится, прежде всего его рук дело. Тьма приказала ему построить портал. Вексы напали по его вине. Он стал причиной гибели стольких людей. Я сделала все, что в моих силах, чтобы помочь. Но этого все равно было недостаточно. Твоей помощи не было слишком мало или слишком много. Ты сделала гораздо больше, чем многие. И это лишь начало, Искорка. Thank you.
у портала. Вы знаете, что делать. Как сообщили мои псионы, сияющий улей собирает силы на вашей луне. Враг готовит вторжение. Скорее всего, собранные ими запасы света используются для перемещения войск между мирами. Прорвись сквозь их ряды и прерви ритуал, страж. Thank you.
отправляю Бракуса тебе на помощь, Страж. Мы заодно и бьем, словно единый кулак. Луну в свой плацдарм. Если мы уступим, они захватят Землю. Их нужно остановить. Я многое узнал об Улье от Саватон. Их ритуалы зависят от жрецов. Если увидишь кого-нибудь похожего, убей. Thank you.
Я не знаю, как устроен мысленный мир, но все, что носит Лик Саватун, предвещает беду. Страж, проткни его своим копьем. Об этих ритуалах Улья с Эрис Морн. Мне нужно понять, как именно мы потеряли Тарабатл, чтобы вернуть его. Это можно устроить, но я должен предупредить. Эрис бывает... несговорчивой? Я бы сказал, прямолинейной. Отец однажды сказал мне, что слова — это острый нож, а я размахиваю ими будто дубиной. Он был во мне разочарован. Скажите, Морн, что я жду вас...